Всем привет, с вами Антон Колбаскин, и сегодня мы будем слушать фонограмму для магнитофона Юпитер МК-106 стерео. HDR-зачная запись. Если кто не знает, на моем канале в разделе трансляции есть фонограммы для Юпитера 202 и фонограмма для Юпитера 203, тоже HDR-зачная запись. 203 многие из вас не увидят, потому что там зарубежка. И надо включать VPN. Вот. Но можете особо по этому поводу не переживать, потому что зарубежка записана с пластинок еще и тупой иглой. Хотя HDR-шная запись. То есть вначале там кони поскакали, самолеты полетали, по-моему. Тетя слева, мужик справа и все такое. Ладно, давайте послушаем. Опс, что такое? Работай. Во. Thank you.
судьба сто раз обманет, но нет причины дальше не идти. А если не рискнуть, и гром тогда не грянет, он никогда и счастья не найти. Могли увидеть, только не успели понять, кто помешал тогда забыть обиды. Могли, но не сумели, видно, не судьба. Понять, кто-то успевает, не гужит.
все понять. А для меня каждый день краткий миг, как птицы крик. Кто-то успевает, но дороже
со мной. Ты жизнь недолгая, любовь не вечная. Глаза закрыв свете, не слышу голос твой. Ты птица гордая, ты птица певчая. Я отпускаю тебя. Не отпускай меня, мне сладок этот плен. Ведь ты бесконечная, не бесконечная. Высот не нужно мне любви твоей взамен. Я птица вешная, я птица певчая, но не могу без тебя. Thank you.
что пластинок диска не берет. Ну какой от старых танцев рок-рок? Все играют и танцуют рок-рок. Позабыты танго, твисты и фоксток. И никто пластинок диска не берет. Ну какой от старых танцев рок-рок? Все играют и танцуют рок-рок. Радуны всегда, даже через много лет, мы их не разлюбим, нет. Позабыты танго, твисты и фоксток, и никто пластинок диска не берет. Но какой от старых танцев прок-прок? Все играют и танцуют рок-рок. Позабыты танго, твисты и фоксток, и никто пластинок диска не берет. Ну какой от старых танцев прок-прок? Все играют и танцуют рок-рок. Столько танцев, что не счесть, и на танцы мода есть. То, что всех влекло вчера, нынче сдать в музей пора. Позабыты танго, твисты и фоксток, и никто пластинок диска не берет. Ну какой от старых танцев прок-прок? Все играют и танцуют рок-рок. Позабыты танго, твисты и фоксток, и никто пластинок диска не берет. Ну какой от старых танцев прок-прок? Все играют и танцуют рок-рок. Я больше не хочу ничто скрывать.
Я больше не хочу, как прежде, жить. Я больше не хочу тебя терять. Хочу ничто скрывать. Я больше не хочу, как прежде, жить. Я больше не хочу тебя терять. Я больше не хочу тайком любить. Я больше не хочу ничто скрывать. Я больше не хочу, как прежде, жить. Я больше не хочу тебя терять. Шалью синею обнялся. Так уж было раз, в предрассветный час, было несколько лет назад. Пришел туман, свел меня с ума, а прогнать его нету сил. Он растаял сам и на небесах ночку синюю погасил. Синий туман похож на обман, похож на обман. Синий туман, синий туман. Синий туман похож на обман, похож на обман. Синий туман, синий туман. Пришел туман, он как травдурман, ох, как кружится голова. Так уж было раз, у двоих у нас все слова, одни все слова. Пришел туман, постучал в дома, уходи, туман, уходи.
Все давно прошло, на душе светло, и печали все позади. Синий туман похож на обман, похож на обман. Синий туман, синий туман, синий туман похож на обман, похож на обман. Синий туман, синий туман. Синий туман похож на обман, похож на обман. Синий туман, синий туман. Похож на обман. Синий туман, синий туман. Я даже дверь открыла.
полые звездное небо в реке. В скором поезде снова я от тебя вдалеке. Что большая медведица, то рассвет золотой, то дождиками светится на стекле образ твой. Я ненадолго, я скоро вернусь. Самого главного я не сказал. Голос грусти непрошенной стук колес заглушит. К новым встречам из прошлого жизни летит. Я ненадолго, я скоро вернусь. Ждать остается усталый вокзал. Пишите, что вы думаете по поводу услышанного в комментариях. Буду по возможности читать. Заходите в мой телеграм-канал. Там можно пообщаться с единомышленниками. Лежит то, что не позволил выложить YouTube. Также, если кому-то нужна аналоговая звукозапись на полностью ламповом тракте от и до, то здесь ссылочка на Авито. И если вдруг кому нужен ламповый усилитель воспроизведения, ну, через который все это, собственно, и играет у меня, да, тоже ссылочка на Авито. Вот, а с вами был Антон Колбаскин. До новых встреч. Пока-пока.